Ричарду Бочиусу 32 года. 7 месяцев назад у него родилась дочь. В течение последних полутора лет он работал в Самарском политехническом университете заместителем главы управления по международному сотрудничеству. Претензий к его работе не было. Однако два дня назад в квартире, которую снимает англичанин, нашли 32,5 грамма гашиша. Его сразу задержали. Было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту хранения, незаконного хранения наркотических средств. В настоящее время расследование продолжается. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, в том числе канал приобретения запрещенного вещества, а также для каких целей оно предназначалось. Это не первая претензия силовиков к Бочиусу. На прошлой неделе его уже привлекали к административной ответственности за хранение гашиша. Тогда с него взыскали штраф в размере 4000 рублей. В среду полиция обратилась в суд с ходатайством о заключении англичанина под стражу уже в рамках уголовного дела. И коллеги, и адвокаты Бочиуса комментировать ситуацию отказались. По просьбе подозреваемого рассмотрение шло за закрытыми дверями. Бочиус заявил ходатайство об отложении судебного заседания на 72 часа в связи с тем, что ему необходимо получить копии процессуальных документов на его родном языке. Его права будут выполнены в полном объеме. Значит, суд представил для этого возможность, отложил заседание на 28 августа на 11 часов. Предстоящие два дня англичанин проведет в изоляторе.